Сорт острого перца ротан тыква. Это перчик относится к виду капсикум чиненс. Такие вот красавцы. Этот перчик родом с островов Роатан и побережья Гондураса. С виду он чем-то похож на тыкву, почему так и называется, если посмотреть на него. Такой вот вид у него. Маленькой тыквы. Он имеет такой вот оранжевый цвет. Созревает от зеленого до желтого. И в конце уже такой вот ярко-оранжевый цвет. Этот сорт с остротой выше среднего хабанера. С приятным фруктовым вкусом. Срок созревания такого перца 100 дней. Высокоурожайный. Довольно крупные стрючки. Высота такого кустика может достигать 1 метра. Если будете выращивать в теплице. Если выращивать в открытом грунте, у меня от сантиметров, наверное, ну, сантиметров 30. Большим количеством плодов. Очень большое количество у него стрючков. Стрючки довольно крупные. Острота у него от 450 тысяч до 600 тысяч по шкале Сковеля. 600 тысяч Сковеля — это очень-очень острый. Даже острее, чем обычный хабанеро. Плоды такие упругие, слегка морщинистые, кубовидной формы. Это растение многолетнее, можно выращивать его с легкостью на подоконнике. На подоконнике высота у него будет, не знаю, не превышать, наверное, сантиметров 40, 40, ну 50 максимум. Растение неприхотливое, не очень любит частые поливы. Так что с легкостью можно выращивать его у себя дома.